земляки! Нам з вами неймовірно пощастило жити в найкращій країні світу. Наші гори кремезні й високі, хоч ми не маємо часу на них піднятися. Наші моря глибокі й чисті, хоча мешканці Бердянську про це не знають. Із семи існуючих чудес світу у нас є всі сім. І це без Дніпрогесу і Шулявського мосту. Наші дороги – це взагалі справжня казка. Але головний скарб – це люди. Наші люди. І нехай твій батько ефіоп, а мати канадка, якщо ти вподобав Україну, ти – українець. Ти – наш. Веб-дизайнери зі Швеції Карл і Олаф втомилися від міської метушні і вирушили у мальовниче полтавське село, аби відчути на собі усі принади екотуризму. І обов'язково відчують, адже організовує відпочинок дід Тарас. Він не винаходить велосипед, а їздить на ньому, аж поки той не розвалиться від старості. Карл, сам ви беталак пенгар, фюр адрупе фран, трангадин скирстанит ланч. Темтал Украинен, гуска хренген хилен, штрекен крыль апиаф. Аш, подиви, яка красава, аш. Что это такое? Спосіб побачити мальовничі краєвиди Полтавщини. Какой интересный конструкции, это раритет? Раритет, это ржавый кусок железка. Это ничего общего не имеет с горный велосипед. Так, попрошу поваги. Він, до речі, вдвоє старше від тебе. Та я на ньому 5 разів КамАЗ сторонив. Бо тебе як колесо повило. Якби велик був не горний взагалі, б один би прийомник тільки й остався. Клас! У мене буде ретро-велосипед. А де я можу брати свій велосипед? А що тобі не подобається? Один на педалі масла, а другий відпочиває. Ми так все життя мотаємося, це національна традиція. Я лучше ходити пішком. Та ти подиви, яке сідло! Не сідло, а диван! Вітальне, тільки ну, тут обережніше, бо воно тут буває відкручується, там штиряка стирчить, щоб не прийшлося цілий місяць стоячки спати. Ну, коротше, давай, поняй. Ой, ну прям вилетить цей ковбой Мальборо. А я? А ти, Олафе, будеш штурманом. Сідай сюди на рому, звідсіля дуже хорошо всі краєвиди видно. Або ж сідай сюди на багажник. З багажника, звичайно, гірше ці краєвиди видно. Але зручно собак ногами там отганять. А скільки здесь скоростей? 3. На орки з горку і нейтральна. Карл, давай ми лучше остатися. Олаф, ми повинні окунатися в українські традиції. Копати багато картошка, їздити на велосипеді. Ось вам подушка безпеки. На розі заскочите до Кловки, обміняйте на пляшку горілки і мерці додому. Ну, ребята, з Богом. Геть! Йосипова кобила. Такий велик сплюндрували. Ви нам дать велосипед, который без тормоз. На цьому велику було 2 тормози. Ти і ти. Ідіть вже до хати, штопайте ваші колготки. Буду в них цибулю тримати. Дід, ну, обідно ж, ну, тільки нову зимню резину поставив, а? 10 років тому тернопільський футбольний клуб «Колосок» став для легіонера Антуана Буби Діуфа рідною домівкою. Керівництво «Колоску» давно мріє вигідно продати талановитого сенегальця. Але легше змусити лікарів писати розбірливим почерком, ніж умовити Антуана залишити свою нову батьківщину. Коговай, ти на нього налітай, Антуан збирав врожай, спробуй швидше коговай. В нас щойно закінчилась командна нарада. Нарада? А чому мене не покликали? Тому що ніхто не хоче з тобою спілкуватися. Це тому, що я вчора забив 29 голів, а не 30, так? А ми не говорили про вчорашній матч. Ми говорили про гру взагалі. Антуанчик, ніхто не бажає з тобою грати? Як так? Аж усі? Всі, всі. І Борсюк?
і Борисюк. Як же так, Остапе? Я ж у твоєї дружини пологи приймав, коли ти знепритомнів з переляку. А ти пам'ятаєш, як на тебе у Кулибі четверо напали, а я захистив тебе, а ти по допомогу побіг? Мене там 3 години лупцювали, а ти так і не повернувся. А Романюк? А Шпак? Ось бачиш, ти навіть прізвище їх не знаєш. А жоден уболівальник, він не знає їх навіть в обличчя. Бо твоя майстерність заважає їм розкриватися. Хлопці, та ви що? Ми ж команда! Ну, а пам'ятаєте, ми навіть вирішили однакові татуювання набити. І на мені перевіряли, який стиль краще. А потім усі разом відмовилися. Хлопці, я ж з вами зарплатою своєю ділюся. Ну, точніше, ви займаєте, але потім все одно не віддаєте. І тому я вирішив просто ділюся. Це думка кожного гравця тернопільського колоска. Ти маєш піти до лондонського Арсеналу. За 12 мільйонів. Ні. Краще тут без грошей на волі, ніж там у неволі шукати кращої долі. От дуже шкода, що ти їм цілий потрібен. Я б тобі таких долей понавішував, як дама! Тихо. Пробачте мене, хлопці. Якщо це думка усієї команди, то я піду. Арсенал буде радий твоєму рішенню! Який Арсенал? Якщо я вирішив піти з колоска, то я вирішив піти з футболу. Піду фізруком усьому школу. Що біля ставка. Якого ставка? В якому я його зараз втоплю? Іди сюди! Девід! Іди сюди! За завданням московського телеканалу Russia Tomorrow, журналіст Іван Холодін разом з оператором опинився у Львові, щоб продовжити справу Шарля Перо і Ганса Хрістіана Андерсена. Розповідати казки. У вас потрясающий типаж, я вам хочу сказать. Серьезно, вы могли бы играть какую-то роль. Может быть, сделаем так, я вам дам свой телефон, а вы когда будете в Москве, вы позвоните мне. Обов'язково будем. Замечательно. Че, Казанов, работаем? Подожди, уже? Ну да, давай. Одну секундочку, я отлучусь. 3, 2, 1, эфир. Сейчас на ваших глазах произойдет воистину историческое событие. Под видом обычной свадьбы Украина все-таки примет свое окончательное решение по поводу вступления в НАТО. Наречена, чи згодні ви взяти цього парубка за законного чоловіка? Так, я згодна. Ну вот. Вот и свершилось. Весь этот праздничный маскарад нужен только для того, чтобы оставить операцию в секрете. Вглядитесь в лицо невесты. Наречений может поцеловать наречену. Оно вам никого не напоминает? А ведь западным пластическим хирургам пришлось хорошо поработать, чтобы так замаскировать президента Украины. Я не могу поверить, что наши соседи... Да какие соседи, наши братья меньше, братья младшие, вот так вот продают душу загнивающему Западу. Страшно подумать о будущем Украины. Им плевать на свой народ, который плачет. Женщина, почему вы плачете? Я тоже хочу, чтобы цей союз был на долгие лета. Вот. Вот обычные люди хотят, чтобы снова был Советский Союз, потому что они знают, что для американцев они никто, кроме как чистильщики унитазов. С момента соглашения прошло всего несколько секунд, а бывшие украинцы, сейчас можно сказать, это рабы без рода и племени, уже несут дань ненасытным янки. В этих конвертах $1000, которые предназначены для покупки боевой техники для войны с великой Россией.
Только что я понял, почему здесь так много детей. Это русские дети. Они не более чем закуска для фашистующих укров и их хозяев. Дети, дети, спасайтесь, бегите отсюда, убегайте. К сожалению, этих детей уже не спасти. Ведь они перестали понимать русский язык. И это неудивительно, ведь в их маленьких детских ручонках это пиндосское печенье, которое американцы с циничной улыбкой раздавали прямо на Майдане. Гирко! Гирко! Горько! Обычному народу горько видеть, как Америка ведет их на убой. Они не боятся и заявить об этом открыто. Хотя знают, от мести хунты им не убежать. И уже завтра с утра и ждут невыносимые страдания. Слухай, давай бахнем. По-моему, меня рассекретили. Они хотят устранить меня втихую с помощью яда. Но они не знают, что русские журналисты так просто не сдаются. В этом помещении еще есть повстанцы, готовые умереть за правду. Бежим по моей команде. Бей, Тамаду! Бей, Тамаду? Серьезно? Ты же сам вызвался свадьбу провести. Я забыл. Все, выключай камеру. Итак, веселые конкурсы. Заради коханої Сарочки турок Фатіх проміняв темпераментну Анталію на колоритну Одесу. І тепер єдиною перешкодою до щастя молодят є теща – тьотя Роза, для якої любов, як і улюблена герань на кухні, зав'яла ще у 95-му. Фатіх! Просыпайся! Мама Роза не петух. Бесплатно все утро кричать не будет. Роза Васильевна, что случилось? Смотри, смотри, что ты натворил. Я? Если бы ты не ел свою вонючую рыбу, то я бы не пошла ночью выбрасывать мусор и не упала бы. К нам сегодня приходят либерманы на обед. А я ж не могу одной рукой готовить. Так давайте его отменим. Ты что, легче отменить в августе пляж, чем визит к либерманам? Так, Фатих, короче, посвящаю тебя в рыцари кухонного стола. Ты только попробуй что-нибудь вякнуть. Я Саре скажу, что это ты. Да, и знаешь, она поверит, потому что ты сломал бачок в туалете. Ну? Золушка Востока, хвастайся. Специально для наших гостей я приготовил турецкий суп из потрошков ишкембе чорбасы, огненное мясо шиш кебаб. А, да-да. И на десерт сочная медовая пахлава. Какая чербасы колбасы? Где шаурма? Шаурма – это еда бедных. Ты либерманов видел? Они одну футболку целый год по кругу носят. Как на еврейской свадьбе жениха. Готовь шаурму. И побольше готовь. Либерманы любят вкусно поесть. Особенно, когда на халяву. Все. Мама Роза, я на пляж. Привет либерманам. Либерманы не пришли. Решили не тратиться на проезд. Вот такие люди.
как не пришли? Я что, зря эту шаурму 3 часа готовил? Не, ну не переживай. Твой кулинарный подвиг не останется забытым. На! Пешком! Загар лучше ложится. Пройдешь пару кругов по лонжерону и продукты отобьешь. Что это? В добрый час по-одесски. Иди и помни, твоя первая цель – продать все до обеда. А если не продам? А если не продашь, тогда придется сказать Саре, что ее бывший ухажер Марик отправляется на ПМЖ в Америку. А Сара так хотела посмотреть Брайтон-Бич. Кажуть, що румунський контрабандист Янош Попеску може провести навіть цукор у пансіонат діабетиків. Але при проходженні митного контролю на українському кордоні у Попеску віднедавна виникають деякі нюанси. Ай, командир, талавес бахтало, здравствуй, дорогой. Дай Боже процветание тебе и твоим детям. Бажаю здоров'я, вас вітає митна служба України. Можна ваші документи? Можна просто здравствуй, Януш, здравствуй, золотой. Не надо. А ну да. Документи вместе и душа на месте. Что в кузове? А, европейская парфюмерия. Европейская? А пахнет хуже, чем 1 января в казарме. Открывай. Совсем забыл. Дай Бог счастья тебе и твоим детям процветать. Что делаешь? Так раньше не выйдет. У нас новая система слежки. За каждым таможником 4 спутника наблюдает. Дай Бог счастья, процветания вам и вашим детям. Открывай уже. Ай, начальник, ай, что делаешь? Ай, а как же процветание? Джекпот. Ну, теперь за этот залет мне точно звездочку дадут. А то, гляди, 5 звездочек. Какой праздник в твоем доме, командир, это же обмыть надо, а у тебя есть чем? Ты что, издеваешься? У тебя фури бухла столько, сколько на моей свадьбе не выпили. А мы 2 дня бухали. Хотя, если учесть, что это паленка, то еще и на поминке останется. Ты что, командир? Собираешься гостей духами поить 5-летней выдержки, то есть стойкости, да? Хочешь сказать, духи в литровых бутылках? Так это же для богачей. Это мы с тобой, бедняки, маленькие флакончики покупаем. Смурдяк какой-то. Смурдяка несет. Командир, ну да, спирт есть. Но это до стойкости. Не выветривается 24 дня в неделю и 7 часов в сутки. А, какой аромат, а? Знакомый запах. К нам начальник с таким перегаром приезжал. Перегар. Начальник, большой человек. У него точно такой флакончик дома есть. А ты просто отстал от современной моды. Не в тренде. Это гадалки не ползи, да? Не ходи. А я думал, он не простыхает. Начальник, большой человек. Таких высот добился. По карьерной лестнице вверх вскарабкался. А пьющие они только с лестниц падают. Эх. Сказать бы ему, что ты о нем думаешь. Начальник! Начальник! Вот этого делать не надо. Ставь мне скорее штампик, и я поеду. Ага. А бутыль себе возьми. Все равно открыл. Для себя берег. Как говорится, от печени отрываю. Правильно говорить, от сердца. Озосы, о кинеке, сэмэ фэкэте. Mm-hmm.
Смотри, новый закон вышел. Бутенко вчера через границу пропустил мужика с пахучкой в салоне. А в ней оказалось 0,2 миллимиллилитра спирта. Так его закодировали пожизненно. Стоять! Салыч, погнали!